Американский университет в Центральной Азии и компания «Кумтор» запускают совместный проект по подготовке и обучению экологов нового поколения. Осенью этого года в ВУЗе откроется новый факультет. Все подробности у Гульнур Абдыкановой. Казалось бы, это всего лишь игра. Студентам нужно расфасовать мусор по контейнерам, отделить макулатуру от пищевых отходов и других видов мусора. Активисты Американского университета в Центральной Азии хотят показать и доказать другим, что это делать нужно всегда, так как многие отходы могут быть повторно переработаны. Экологический конкурс в учебном заведении проходит в рамках «Зеленой недели». К сожалению, иногда люди смешивают их. И этот сегодняшний конкурс специально был проведен для того, чтобы студенты поняли, что надо разбирать мусор. И на самом деле, когда в одной коробке все вместе вот так перемешано, очень сложно их сортировать, и в дальнейшем получается невозможно обработать. Таким образом, молодежь говорит о необходимости обратить внимание на экологию страны. Взрослые же находят другие решения. Так, сегодня стало известно, что Американский университет Центральной Азии запускает проект по подготовке и обучению экологов 21 века, факультет экологии и устойчивого развития. Он откроется осенью этого года. Прием студентов на этот совершенно новый для Кыргызстана факультет начнется уже в июне. У нас есть в других вузах программы, которые связаны с экологией. А устойчивое развитие без взаимодействия всех этих компонентов, как то экология, экономика, политика, практически невозможно. Просто, наверное, мы первые, кто объединил все эти компоненты в одном учебном плане, в одном коррекционном. В рамках «Зеленой недели» в университете прошло много мероприятий. Конкурс для школьников, конкурс красоты, в том числе и лекция, на которой эколог Кумтора рассказал о работе компании и о предпринимаемых мерах по сохранению окружающей среды. Презентация длилась 30 минут. Студенты могли услышать ответы на интересующие их вопросы. Важно, что студенты получили информацию от первоисточника с фактами, основанными на исследованиях. Факультет будет выпускать специалистов по двум направлениям – общество, экологическая политика и природные ресурсы. И энергетика. Компания «Кумтор» взяла на себя расходы по строительству научной лаборатории в новом строящемся кампусе университета. Более того, по результатам вступительных экзаменов «Кумтор» оплатит учебу семерым лучшим абитуриентам, которым не безразлично экологическое будущее страны. Гульнур Абдыканова, Самат Долетакунов, НТС.